Добрый день, мои дорогие зрители. Здравствуйте, я рада вас видеть и слышать на моем канале. Ну что, мы заходим в магазин Стока и немножко посмотрим, какие находочки я нашла сегодня. Такая жилетка джинсовая, ведь джинс всегда в моде. Не знаю, как она смотрится на человеке, потому что она цветная, это нужно подбирать правильный лук для себя. Понравились джинсы мужские, белые, с пальмочками, яркие такие. Хотелось бы, наверное, увидеть мужчину в таких джинсах. В моду, как всегда, входят бейсболки, жилеты, яркая обувь. Вот понравилась эта рубашка. Это женская рубашка. Посмотрите, как классно ее можно сочетать с юбкой-шотландкой, с красной шапкой, может, с красными джинсами. Интересно, здесь она сделана. Одна часть красная в клетку, вторая джинсовая. Очень классная модная рубашка. Немножко замучили уже цвета зеленые, желтые. Я думаю, что в этом сезоне их уже настолько много, что покупать их снова, наверное, никто не будет. А вот этот пиджак мне очень понравился. Такой анималистичный принт. Люблю его, мне всегда он идет. И посмотрите, как классно он украшен. Вот такой пояском со шнурочком. То есть разные мелочи добавляют ваш лук интересность. Такие вот тапки Тедди, наверное, в них будешь модная. На тебя будут обращать внимание. Классная обувь, разного цвета при том. Понравилось это пальтишко, но здесь оно выглядит не очень красиво, потому что цвет не передается. Вообще оно розового цвета. Яркий большой бомбер. Очень хорошо будет смотреться на девочках. Смотрите, сколько здесь бисера, какая интересная работа в этом изделии. Ну, одеть, наверное, его невозможно, потому что как шортики, очень жаркие будут. Пиджак яркий. Вот такое бы я носила, но мне не идут зеленые цвета. Понравилась вот эта сумочка, которая придает и немножко гламура вашему образу, и можно положить туда карточки, ну, как бы заменит ваши бусы. В моду казаки вошли, и они в стоковых магазинах в большом количестве. Так что, кому нужны казаки, приходите и найдете недорогую обувь в стоковом магазине. Жилеты с большими карманами, стиль сафари. Это тоже всегда популярно, модно, беспроигрышный вариант. Яркие бомберы. Этот оранжевый цвет, он крутой. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, будьте со мной.